хочу вам показать 100 килограмм рыбы, которую мы сейчас будем чистить. 100 килограмм. Сколько? А? Не знаю, что нам весом. Ну, я примерно говорю. О. Толстолоб. Тут и тут. Вот. Ну, смотри. Лена. Моя рука. Вы это видали? Надо же. Там же все равно здесь надо. Будем сейчас затаскивать. Вот так. Вот так берешь. По одному. Вот сюда, туда, Гумчик. Нет, какие, блядь. А здесь взял. Так мы ее насаживаем на такую досочку, на гвозди. Керхера будем мыть. Понятно. Всем привет! Привет! Вот мы сделали еще селедочку. Вот получилось на 3 семьи по баночке 3-литровой селедочки. Малосоленой. И вот еще раз, два, три, четыре, пять. Вот таких 730, по-моему, 720 грамм баночки. Так, сейчас покажу. Дальше что мы сделали? Это уже следующий день. Вот все мою, все тазики. Вот наш автоклав. Всю ночь готовил. Это на 100 килограмм. Вернее, на 100 банок. 100 килограмм, 100 банок. Вот сколько у нас сейчас уже. 40, 46 градусов. Ну, пока не опустится, будем ждать. Теплая, горяченькая у нас бочка. Автоклав наш. Вот такой большой, на 100 банок. Потом посмотрим, что у нас получилось. Наготовились, наработались. Поели ухи, перчатки постираны, ухи, вон она, наша уха. В общем, такие дела. Так. Ждем нашу рыбку, потом будет продолжение. Селедочка есть и рыбка,
в автоклаве тоже есть. Вот что у нас получилось. Вот такая, как ее правильно называть? Тушеная рыба. Тушеная рыба в автоклаве. Так, сколько банок? 104 банки. Вот такая у нас получилась красивейшая тушеночка рыбная. Эх, вкусняшка. Полная сока, желейки. Все, всем пока-пока.